Всем привет! Вы на канале Experience Game, с вами я, Skiff888, и мы продолжаем проходить Starbound. В прошлой серии мы посетили новую планету опять и продолжили ее исследовать. Не на записи я переплавил все то железо, что мы насобирали в прошлый раз, а это довольно-таки немало. Так, давайте посмотрим, сколько у нас слитков. 83 железных слитка. И надо теперь посмотреть, что из этого всего можно сделать. И можно ли вообще что-то сделать. Так, по оружию. Давайте посмотрим оружие. Так, что у нас? Урон за атаку 7. Так, 4, 3, 8, 4. Так, ну что-то ничего более хорошего я не наблюдаю, которая бы имела более-менее сносный урон. Ладно. Так, блоки железные. Пока без надобности. Так, чтоб создать курточку, да? Так, давайте снимем. Вот она. И теперь еще раз. Можем ли мы ее создать? Отлично. Она нам... Она дает 8 защиты, в то время как сама по себе мент мне 4. И жизни немножко плюс. Вот значок солнца, не знаю, что он делает. Но давайте, тем не менее, создадим. Создать. Хорошо, больше никаких вещей мы пока создать не можем. Поэтому пользуйся тем, что у нас есть на данный момент. Так. Хорошо. У нас декоративные все предметы. Давайте их, наверное, выложим. Так. Кушать. Кушать, кушать. Давайте поедим. И посмотрим. Так, вот уже так декоративных не слабо накопилось. Так, флаг. Это. Кувшинки декоративные тоже все сюда. И вот эти вещи тоже. Хорошо. Даже не знаю, что это такое. Надо будет потом разобраться. Лепесточки нам для чего-то нужны. Так, окей. В прошлый раз я хотел углубиться в пещеры. Давайте, наверное, этим и займемся. Для этого скрафтим сначала сразу же. Так, там веревка. Бинт. Бинтов у нас пока достаточно. Факелов. Можем их довольно много создать, но нам, думаю, что 40 пригодится. Так, и на планету. Так, теперь надо выбрать, где мы начнем закапываться. Пожалуй, здесь и начнем. Поехали. Так, нет, грунт твердый. Это будет довольно долго, поэтому чуть-чуть помягче сейчас найдем грунт. Так, кто здесь? Все, никого. О, господи, эти быстрые. Иди прочь! Животина. Так, и еще кое-что надо сразу сделать. Берем костерок, ставим. И теперь воспользуемся им. Обжарим все мясо, что у нас есть. Чтобы не голодать в пещерах, когда будем их изучать. В идеале, конечно, хотелось бы насобирать алмазов. Все-таки я рассчитываю сделать алмазную кирочку. Ну, может быть, еще всякого разного интересного. Найдем какие-нибудь сундучки, я надеюсь, еще что-то. Для этого надо зарыться как можно глубже. Так, с древесиной у нас проблем не будет вроде. Это тоже есть. Ну, все довольно неплохо. Так. Угу. Начинаем свой путь вниз. А, руду все, что найдем, собираем. Руда это хорошо всегда. Руда нам пригодится определенно. Так. Какие-то пещеры есть уже.
Отлично, а я тут уже бывал. Так. Так, эти маленькие красные упыри. О, он меня обходит. Так, врёшь, не пройдешь. И вот этот синий хвостоглазый товарищ. Ого. Так, хилимся. Йо-хо-хо, и бутылка рома, блин. Так, это не очень хорошо. Отравиться это всегда плохо. Так, лечимся. И тогда вот сюда закапываемся. Надеюсь, я не так сильно уж отравился. Я переживу это все. Так, ставим факела. По мере возможности. Так, что это у нас пошло? Так, сухой какой-то камень. Так, дальше. Довольно-таки твердая порода, так быстро ее не преодолеть. Но нам надо найти каких-нибудь интересных пещер, где будут для нас спрятаны всякие разные занимательные вещи, которые ждут нас. Мне все-таки интересно посмотреть, что же нас ожидает на самых-самых нижних уровнях. Так, какие-то звуки уже кто-то издает. Так, еще глубже. Вот, отлично. Куда-то мы определенно закопались. Хм. Так, лук. А, какие-то животные. Непонятные. Так, что это у нас? Это опять вот эти подлые маленькие лужи. Это, конечно. Так. Вообще нехорошо так поступать, заливать такие маленькие ядовитые ушки. Я в них непременно наступаю. Это прям гадалки не ходи, как говорится. Увидел — наступи. О, попался. Так, все. Так, и тут яд, и тут яд. Все с вами понятно. Так, тогда закапываемся дальше. Так, что-то у нас куча. А тут яд. Отлично. Так, как знал, что надо вот здесь где-то закапываться. Так, давайте здесь. Тут-то что у нас? Все? Тут вроде яда нет. И это не может не радовать. Так. Да, хилок надо тоже бинтов подкрафтить. Давайте штук 10. Но пока что, ну, думаю, это быстро кончится. Потому что как я их трачу, это, конечно, ни в какие. И вперед на поиски интересных пещерок. Так, сыпучая. Хм. Ухоу. Куда это мы упали? О, нас засыпало, отлично. Это мы все заделаем. Так, пещерка. Давайте более подробно с ней ознакомимся. Оп. Так, кто у нас там гибнет?
Папа не гиб, он погиб. Так и не встретив нас. Это, если я не ошибаюсь, серебро. Это хорошо. О, песок с кучей. Это не есть хорошо. Так, что это у нас? Серебряная руда и, конечно, травица. Это да. Это все непременно. О, золото. Давайте к золоту. И кам. О-хо-хо. Так, ладно. Хватит отравляться. Подходим сюда. Более-менее твердые. О-о-о. Породы. Сколько я этого яда нахватался-то? Давайте еще. И еще глубже. Давайте докапываться. И смотреть, что нас ждет там. Так. Ну, давай сюда. Тут у нас более твердые породы земель. Так, темнеет. Факелок. Дальше. И то. Какой обед ты не так давно ел? Давай. Ага, песок сыпучий. Это нехорошо. Так, мне может просто завалить этим песком. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас. Там кто-то есть. Или что это, цветы? Отлично, хоть нет, и ядовитые лужи непонятные. Чего? Какие-то цветы. Так, мы их можем собрать? По-моему, нет. А, выкопать. Цветы выкапываются. Так, золотая руда. Гравий. Грязь засохша. Окей. Песок. Песчаник. Вот, куда. В каких-то количествах присутствует. Угу. Вода и рыбки вряд ли особо добрые. Так, что это мы собрали? Семена. Неон, меланцит. Что-то должно быть интересно. Окей, окей. Так. Продолжаем наше закапывание. Так, о, золотая руда. Сам же факел и уничтожил. Так, давайте с маленькой лужицей. Золотой руде. Золотая руда, думаю, нам пригодится еще и не раз. Поэтому примерно сюда. Так, что нам делать? Так, здесь закопаться не получится. Давайте тогда вправо куда-нибудь. Сюда куда-нибудь закопаемся. Подсветим. Угу. Отлично. Здесь у нас руда серебряная. Интересно, доспех серебряный, там золотой. Какой-нибудь нам откроется.
Это было бы весьма полезно. Так, продолжаем закапываться. Еще чуть-чуть руды. Так, у нас там кто-то ходит, бродит. Ага, это семена вот эти непонятные. Давайте их соберем. Посмотрим, что за пещерка. Да, этих семян. Платиновая руда. Это здорово. Так, гравийка сюда. Гравий сюда. Платинового рода, это здорово. Так. Что у нас тут? Металл. Тут вот, ни о чем. Так, тут вода. Хорошо, продолжаем. Вглубь. Ага. Не так и вглубь. Опять здесь у нас что-то есть. Цветочек. Ого. Это что еще за животное такое? Какой-то... А, тоже довольно-таки на один удар нам не опасен. Так, давайте семян непонятных насобираем. Глядишь, потом что-нибудь из них и вырастет. Просто пособираем. И это платина, насколько понял. Нет, серебро. Ну тоже неплохо. Так, песчаник. Окей. Куда мы падаем? Черт. Куда мы тут упали? Дайте вылезти. Ого! Вот это страшный зверь. Ого, еще. Ребята. Фу. Какие-то непонятные чужие. Вот мне он чужого напомнил. Какой-то нелепого, синего и страшного. От этого только еще страшней. Так. Медная руда. Тоже надеюсь, нам это все пригодится. Тут какие-то прям подземные цветы повсюду растут. Вот был бы с вас еще толк какой-то. То никакого же. Так. Что у нас здесь? Опять большое ничего. О! Вот это уже интересней. Это у нас, наконец-то, алмазная руда. Так, здорово. Тут рядом ее нигде не может быть. Или может? О! Да это не слабые такие залежи. Серебряные руды. Прям не зря мы залезли сюда, как минимум. Руды тут. Зашибись. Сколько? Еще бы алмазные вот этой вот найти. Было бы вообще шикарно. Так, ну то я думаю, не будем ворачиваться там за пару этих кусочков. Но в целом мне пока все нравится. О, уголь. Уголь тоже штука хорошая, за ним обязательно надо сходить. По сути, наш основной, один из основных ресурсов, который нужен всегда. Насколько я знаю, еще можно деревьями заправлять корабль. Надо будет попробовать. Но я думаю, это, наверное, менее эффективно. О, чуть золота не прошли. Сколько золота. Это хорошо. Давайте тут еще подсветим.
потыкаем сможем. Оп. Здесь уже ничего. Так. Золото эта штука хорошая. Так, давайте глянем. Отлично. Так. И продолжаем погружение. Уху! Опять мы упали в темноту. Должен сказать, вам неплохо так упали. Так, опять площадочку. Думаю, у нас у руды скоро отпадет необходимость собирать в таких количествах, если там, правда, новые рецепты не появятся. Потому что пока того, что там есть, мало. Хотелось бы какую-то более продвинутую уже броню. И пойти на босса. На нашего первого босса. Так, ну, медной руды нам вроде как не требуется в таких количествах. Поэтому... О-о-о. Давайте осветим. О-о-о, вот что за драконы. Вы что, ребята? Ребята? Так, вот это вообще какой-то страшный тип. Фу, что за десант-то такой был? Прям напугали. О, какой-то биом. Давайте туда закопаемся. Так, неправильно. Так, тут какие-то новые биомчики у нас пошли. Так, не кряхтим. Все, пока. Так, тут еще один. Что у вас тут за нерест? О, да. Алмазики. Алмазы это хорошо. Прям даже очень. Давайте их соберем и будем смотреть. Интересно, на кого мы натолкнулись, что он тут еще есть. Так, отлично, алмазная рута. Так, что-то я прыгать туда просто так не хочу. Дайте платформу. На платформу. Отсюда подсветим. Так. Так, просто так плавать там тоже нет желания. Так, это у нас опять блок из плоти. Все понятно. Так, тут у нас что? Эй. Хорошо, хоть тут никого не было. Так. О, ты чё за белка рогатая, а? Фу. Игра, конечно, генерирует, но... причудливых существ, скажем, мягко. Оу-оу. Ты как нас вообще задел? Ой, рыбы эти тоже тут. Так, это что? О, так это... Что это за вещь такая? Древесина. Это коряжина. Ладно. Так, давайте тут все эти поразбиваем. Насколько это возможно. Будем изучать эту пещерку. У нас вверху еще что-то есть.
Так. Оп. И оп. Так, эти семена. Так, медь у нас. В принципе, я пока не вижу необходимости. Тут ее полно у нас. Что из нее делать? Серебро, думаю, можно собрать. Серебряную руду нам. О, тем более платина. Платина нам нужна. Так. Смотрим дальше. Что у нас тут еще? Так. Терпеть в неизвестности я так себе хочу. Давайте платформу. И... О. Что ты хочешь? Иди. Ой, как ты, кузнечик какой-то плотоядный. Что у вас тут? Ой, это деревянная фигня опять здесь в воде. Белка-мутант, иди нафиг. Все. Есть еще у кого-то против. Все, окей, нету. Так, хилимся. Это важно вовремя похилиться. И давайте зарываться дальше. Так, что у нас здесь? Опять пещера и пещера. Так, отлично. Хорошо. Думаю, на этом давайте на сегодня закончим. А в следующей серии продолжим исследовать эти пещеры. На этом я прощаюсь с вами. Спасибо, что смотрели. Не забываем ставить лайки, если вам понравилось. И всем пока-пока!